Итак, добрый день, дорогие друзья. С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем играть в Третьих Героев, проходить кампанию Возрождения Ирафии, там, да здравствует королева. И мы уже на третьей миссии под названием Утёс Грифонов. Для победы нам необходимо найти все 7 башен грифонов и обозначить их флажками. У нас есть 2 врага. Нам дают на выбор лук, щит или бабло. Наверное, щит. Окей. Земля, на которой стоит утес грифонов, питомник, давший почти всю популяцию грифонов, сейчас находится под властью объединенных сил Нигора и Кригана. Много веков назад грифоны сыграли решающую роль в создании государства Эрафии. Сегодня от них зависит восстановление Эрафии. Нигорские и криганские войска захватили большую часть этих земель, но мы должны освободить грифонов, которые сейчас заставляют служить оккупантам. До нас дошла информация, что столица Седвик находится в осаде, и если город падет, нам потребуется помощь грифонов. Окей. Так, ну что же. К сожалению, ангелов нам на этот раз не дают в таком количестве. Но как-нибудь мы справимся. Так, я не в курсе, тут какие-то юниты хотят присоединиться, какие-то не хотят присоединиться. В общем, не знаю, надо сначала войска объединить. Для начала. Ну давайте ради интереса. Во, здорово. Так, экспа. Экспа. Эксперт магии земли. Однозначно. Так, тут войска неинтересные. И молодой человек. Тут, наверное, можно кого-то нанять. Да, так и есть. Мы наймем улучшенных арбалетчиков. Ну и пехоту. Окей. Пока деньги тратить я не хочу. Хотя неплохо было бы на самом деле построить форды там и так далее. Но потом. Потом, все потом. Сначала надо отдать войска, на самом деле, нашему молодому человеку. Дальше он... Так, вот эта мадам у нас очень приятная, на самом деле. С ней играть очень комфортно. И она пойдет у нас изучать вот это вот... Что-то вот это вот. В принципе, карта маленькая, поэтому тут достаточно легко мы справимся. Конюшню, естественно, зайдем. Оставлю пока это двум основным героям. Такую задачу. Ну, естественно, мы проапгрейдим еще сторожевой пост. Будем уже с грейженными войсками дальше дружить. Цепная молния. Ну, такое себе. Догнать их и заставить вступить в бой. Да. Нет. Так, ну тут у нас уже вообще все хорошо, на самом деле, по магии. Пока стоим, ждем. Так, они наносят урон 2-3, ну условно 3. 3 на 8, 24. 25. В принципе, если я сейчас одного убиваю, они меня не убивают. Ну, естественно, естественно. Один лучник, два даже лучника погибло, к сожалению. Ну ладно.
Мы идем сначала в замок, на самом деле. Нам нужно это все добро объединить. Нужна башня грифонов. Для этого нужна кузница и казармы. Что казармы дают? А, казармы это, в принципе, здание, я понял. Неинтересно. Магия воды, мудрость. Магия воды. Окей. Так, нашим основным героем, значит, мы заходим в конюшню. Тут у нас мадам должна обучить каким-то заклинанием, да, цепная молния, собственно, которую я и выучил. Ты идешь в замок, грейдишь молодого человека. Можно купить, наверное, что-то вроде казарм. Ну, пока покупать не будем. Как же ты далеко бегаешь, однако. Догнать? Догнать, конечно. Нет, не надо никого терять. Так, урон 1-3. Ну, вообще не серьезно тут. Хотя их 10, нет, я лучше посижу. Но эти ребятки, естественно, их убивают, да. Надо бы. Ладно, заканчиваем пока ход. Ух ты, сколько же у него мувспидов-то. Так. У нас хуже всех бегает, согласны принять? Конечно. Что за вопрос? Так, с этими людьми я что-то не хочу драться, тут неинтересно. Я пойду грифоном. Пойду грифоном, значит. Что куда? А, зеленую палатку можно взять. Окей. Не, ну, девчонка прикольная. Наверное, сейчас на нее пересяду. Она прям молодец. Можем, кстати, добежать до этого, забрать у него пехоту. В принципе, всех можно забрать. Чё уж тут? Ну, стрёмный какой-то. Главнюк наш. У него тоже магия земли максимальная, поэтому меня все вполне устраивает. Так, ну грифонов, естественно. Какие вопросы? Бежим обратно в замок, забираем грифонов, грейдим вот этих молодых людей. Да. А, и надо ее из замка, естественно, забрать. Ну а ты, не знаю, побегай. Пособирай что-нибудь здесь. Тут везде, естественно, надо форды ставить. Блин, ну они очень дорого стоят. Чтобы армия типа была больше. Так, это седьмой день, да, не шестой. Да, можно вот это построить.
Так, а где у нас молодой человек посещено? Конюшню строить мне пока нету смысла. Так, и пойдем сражаться, наверное. 50 грифонов, значит. Так, атакуют 200-300, а у них 250 хп. Ну, в принципе, он должен их убивать. Это прям при очень низкой морали, наверное. Должно быть все очень плохо. Окей, значит, этого грифона. Сколько у нас покоцал? Ой-ой-ой, серьезно, у нас покоцал. Грифонов я терять не хочу. Эти вот умирают сразу. Так. Четыре штучки. 100 хп, они наносят урона. Нет, что-то не убиваем. Походу теряем немножко лучников. Кто-то мне подсказывает. Да, одного. Но это не страшно. Не страшно, значит, эти умирают. Эти... Чего? Я из-за этого потерял целого грифона. Ок, хп 9. Ну, нормально. Магия воды. Значит, один ангел. Неплохо. Уже неплохо. Так. Мне нужны арбалетчики. Я понял, в чем у меня проблема. Надо грейдануть, кстати говоря. У меня там ребят грифонов в плане. А, я войска увел зачем-то. Ладно, что тогда, ждем следующего дня. Тут пока мы делать ничего не будем. Так, все, армия пополнилась у нас сейчас. Угу. 20 арбалетчиков не так уж и много, конечно, но... Да ладно, фиг с ним. Нет. О, один стек. Так, стоп, надо единичек вперед выдвинуть. Окей. Так, у них 25 на 25. 625 здоровья. Мы наносим. Сколько мы наносим? 50. Так, стоп, еще сколько у них урона? А, урона 2-7. Ни хрена себе разброс, нормально. Что у нас по мане? 62, но в принципе можно потратить медлительность. И пока что их порастрелять.
надо сбить. Хотя зачем нам сбивать? Так, 20, 500 здоровья. Сколько они наносят? 400. Нет. Не хочу. Единичку одну отправлю для начала. Ох, а хорошо. Ну, теперь нам ничего не страшно. Всего доброго. Окей. Угу. И вот этого сюда. Вот этого сюда. Отлично. Идем на разведку. Я вижу какой-то щит, а мне нужны артефакты, поэтому всего доброго. Здоровье 45, урон, ну нормальный, кстати говоря, урон у ребят. Да тю, они слабые, как их тут можно отдать вообще грифона, ты чё? Так, здоровье 45, а мы наносим, как минимум одного мы убиваем и получаем в лицо, и умирает еще один грифон. Нам такого не надо. А, ну все, всего доброго. Ну, тут понятно, всего доброго, да? Так, наш молодой идет, значит, в замок. От воды. Гильдию магов надо построить. Ладно, что тогда, тусуйтесь пока в замке, тут вам смысла нету никакого бегать. Ну хотя ты можешь, наверное, побегать, что-то посмотреть. Что у тебя там за способности? А, у тебя все уже забито. Ну как раз. Основное имущество, слава богу. Ты, соответственно, тоже тусуйся пока в замке, от тебя толку никакого. И, наверное, построить форт. На него у меня нету денег, да? Он стоит 20 камня. Та, я понял, тут некрополь оказывается. Добрый вечер. Так, ну нашего надо нашего гонца спасать срочно. Где этот герой? Строим монастырь. На самом деле портал славы надо, но без монастыря мы, походу, его не построим, к сожалению. Окей. А, ему вообще по барабану, да, что тут происходит? Ну ок, тогда ты бежишь разведать. А он, кстати, еще один замок. А в него можно заходить. Так, ну тут ничего нету интересного, поэтому... Пойдем дружить с героем. Где он?
Покажите мне его лицо. Ладно, идем собирать ресурсы. Можно что-то построить. На портал славы не хватает бабла. Можно покопить. Давайте покопим. Ангелы все-таки полезны, вроде как, тема. Засада. Очень жаль. Блин, нет, не хочу терять этого героя. Он прикольный. Автосейв. Мадам говорит всего доброго. Так, магия воды или доспехи? Доспехи, в принципе, клевая тема. Магию воды мы потом прокачаем. Так, нам надо бабло собирать. Что это? Удачу на один. Найс. Ага, тут еще подземка есть. Я понял. Так, сюда мы пока не пойдем. Посмотрим, что вообще вокруг происходит. Вот тебе бы прокачать неплохо было бы. Так, и там голубка, да? Окей, возвращаем тебя назад. И копим денежки. Догнать, догнать. Да почему ты грифонов-то отдаешь? Алло. Но тут эти умирают. А, ну и как бы эти умирают. На, всего доброго. Так, падение защита. Падение или защита? Давайте нападение возьмем. Че он, кстати говоря, по способностям, если я сниму вот это вот? Ух ты, как там все плохо-то, если я все это сниму. Ладно, пойдем пособираем артефакты. У нас пойдешь, посмотришь, что тут. Ага, я понял, всего доброго. Да, отступай. Повезло. Теряем деньги, к сожалению. Сейчас уже, кстати, 7-й день, поэтому можно добить армию. Да не отдавай ты грифонов. Что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Кто же знал? Урон 7-9. Да ну, неинтересно. Ну и все.
Так, зарабатываем бабло, пока экспу мы еще нафармим. Так, носился на руке, повышает защиту на 5 баллов. Не, ну это явно лучше. Один самоцвет в день. Неплохо. Кстати говоря, я уже могу построить... Нет, не могу. Чего мне там не хватает? 10, 10, 10, 10, 10, а у меня 40, 26. Ну, в принципе, могу поменять деньги на... Вот это вот добро. Чуть-чуть еще вот это вот поменять. Да, у меня как раз хватает чему... 20 тысяч золота есть, так. 10 горшочков есть, 10 серы есть. Ну, алло, в чем проблема? 10 горшочков, 26 горшочков. 10 серы, 22 серы. 10 кристаллов, 17 кристаллов. 10, 10. Ну, что за магия? Или там надо больше? Ладно, что-то не срослось. А, там уже строилось. А, ошибка. Ошибка. Зря рынок построил. Так, там уже вижу врага. Кристиан, ты наш дорогой, любимый, бесполезный кусок. Блин, сейчас было бы три ангела. Обида. Надо довести лучников нашим адаме. Какая мораль? Шел вон отсюда, тварь. Пять лучников отдал. Всего доброго. Окей. Так, ты у нас, братюня, идешь сюда. Ну, все построено, мы просто ждем. В смысле? А, птица познания, у меня голубка удачи. А где... Голубка удачи. А, все. К другому чуваку надо, я понял. Ошибка. Просто хочу побегать, поразведать, что тут вообще происходит. Угу.
Ну, с этими мы легко справляемся. Урон 5-7. Но они мне в принципе ничего не могут сделать. Ох, до свидания. Да, ну, они вообще не дамажат. Всего доброго, господа. Окей. Сведу-ка я пока ангелов и вот этих ребят. Так, ну эти до свидания сразу. Эти ждут, эти стреляют. Ну и все. Легкие, редкие. Так, магия воды или основное оружие? Оружие, конечно. Что за вопросы? Нет! Так, Тираксор. Есть ангелы. Собственно, все, что есть. Нужны деньги, а денег нету. Деньги брать неоткуда. Хотя, что это вот есть откуда. О, 50 грифонов. Добрый вечер. А нету бабок, да, я смотрю. Окей, так, я могу улучшить портал славы, да, собственно, за такую же цену, которую я пока не накоплю, поэтому всего доброго. Поторгуемся немножко. И поехали, отвезем нашей мадам дополнительную армию. В принципе, эти тоже легкие ребята, поэтому сейчас мы к ним пойдем. Надо армию сначала пополнить. Как можно гарпий убить. Да почему грифоны-то постоянно страдают? А, ну конечно, давайте стрелка теперь унижать. Почему бы и нет? Ну, сейчас у меня будет 50 грифонов, посмотрим, блин, кто кого. Даже больше, если я дотяну до армию. Нет, к сожалению, нет. Окей.
Что за шар? Снятие заклинаний? Чего? Так, ладно. Наша дамочка идет сюда. К ней подбегает этот мужичок. Дает ей всю свою армию. И идет лесом. Получать experience. И ты туда же. Единичек поставим, и можно начинать бой. Так, надо единичек вперед выдвигать. А я же могу магию, какую хочу, использовать, потому что тут... Так, а их тут 10, 10, 200, 200. В принципе, они могут убить моих ангелов, чисто теоретически. А, стоп, у меня же урона 100. То есть я убью где-то пятак. Ну, в принципе, они меня не убивают, поэтому... Да, ну, соответственно, грифоны тут заканчивают работу. Да, неплохо. Бабок нету. Что делать? Не знаю. Тут вот этих надо убить. Надо какую-то армию для этого нанять. Логично. Что, такой армией справимся, думаете? Против 10 гарпий. Давайте попробуем. Всего доброго. Ты тварь, а? Ну, конечно. Нормально. Дрались. Итого. Итого, повышает силу магии на 4 балла, повышает силу магии на 1 балл. Что же выбрать? Даже не знаю. Надо пойти с мантикорами разобраться. Карту вообще побегать, посмотреть, что тут вообще происходит вокруг. Засада. Чего? Нет, такого я точно не ожидал. Я думал, тут только мантикоры, а тут все достаточно серьезно. Угу. Я понял.
Похоже, что я в проблемном месте. Ну ладно, потеряем, значит, армию. Чутка. В скобочках нет. Так, ну эти нам угрозы больше не представляют. Всего доброго. Да, потеряем здесь армию, на самом деле, серьезную. Вот о чем я и говорил. Всего доброго. Ну, 14, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Но меня бесит то, что тут есть выходы, и тут неожиданно может появиться враг. А как бы не очень хочется. Угу, я понял. Здесь все плохо. Ты иди собирай ресурсы сюда. Ты иди собирай армию и иди дерись. Если у нас есть армия, у нас армии-то и нет. Никакой. Забавно. Ну тогда-то что, тусуйся дома. Кстати говоря, вот этот артефакт птиц познания. А мы пока туда не будем уходить, мы пойдем направо. Можно шахту забрать пока что. Шный монастырь, бастион грифонов, ипподром, нужны конюшни. Давай. Ой-ой-ой. Сколько же тут выходов? Так, я понял, нужно срочно защищать замок, а там... Ну, нормально. Так, я его не задефаю такой армией, как ни крути, хотя у меня вроде мана есть. Можно, конечно, попробовать. Давайте попробуем, только... Естественно... Автосейв... Нет. Что произошло? Где уступить? Нет, нет. Итого, значит. Всего доброго. Это, походу, я зря так близко подвел. Блин, да хреново я дерусь, короче. А какая магия? У меня мана кончилась, блин. Ребята, что будем делать? Не, ну я не ожидал такой подставы на самом деле. Ч,
вообще попробуем заковырять его, конечно. Но, блин, маны, к сожалению, нет. И мне кажется, я... О, найс. Только не той пачки. Битва инвалидов. Но защитился. Защитился. Ценой, конечно, серьезной армии. Такой достаточно. Но отбился. Так, очередной враг. Не, ну это не серьезно. Ну, ты у нас отступаешь. Нанимаешь ангелов. Лучников. В общем, всех, в принципе. Окей. Нас позахватали. Все, что только можно. А где я, вражеский герой? Я понял. Так, стоп. Берсерк, давай. А, стоп. А ты, соответственно, пойдешь куда-нибудь туда изучать карту. О, нет, туда я не пойду, спасибо. Куда они берутся, твари? Просто заколебали. Нет, только не моего героя. Бежать, конечно. Окей, сиди тогда в замке пока. Ты бесполезен нынче. Ну, кстати, вот еще один замок. А, ну все, сейчас будем разговаривать с ребятами. Надо накопить на ипподром. Нам вообще деньги нужны на самом деле, поэтому... Кстати говоря, по поводу денег. Семь один. Ну, нет, конечно. Всего доброго. Какое несчастье. Да оставьте моего лучника в покое, твари.
8-1. Ну ок. Тут уже дело удачи. Чтобы вернуться обратно, что-то армии у меня прям совсем все плохо. Эксперт, доспехи. Окей. Так. Минотавры, шапка Мономаха. Не пойду замок лучше захвачу. Да, ты беги назад. Ну, вроде да. Так, там этот враг уже у ворот. Я понял. Блин, а у них же... А, все нормально, все нормально. Короче, я заколебался с ним сражаться. Он прям наглый пец. Тут, слава богу, нет никаких выходов левых. Поэтому там мы потеряли пару замков, ничего страшного не произошло. Кстати говоря, по поводу улучшений. Тут я зря сделал, блин, сейчас на что я армию буду покупать? Так, где враг? Враг. Враг у ворот. Не на что строить войска. Жизнь, боль. Ну вот и все. Вот и кончилась армия. Эй, пошел мои ресурсы собирать. Ну, пока что так. Грейдануть пока не можем, к сожалению. Десять самоцветов без проблем, брат. Да, всего доброго. Вот враги, а? Вот негодяи. Так, ну их надо, наверное, сначала сверху выкурить. Правильно я понимаю? Тут везде охрана. Что же? Добиваем армию.
Надо как-то грейдануть нашей даме всех ангелов до архангелов. Будет достаточно проблематично. Блин, там-то вы откуда? Не хватило мувпоинтов. Не, они вообще какие-то бесстрашные. Пушет атаку на 4 балла. Пушет атаку на 3 балла. О, пушет атаку на 5 баллов вообще. Найс. Нужна армия, которой нет, к сожалению, увы. Так, вижу врага, отступаю. Не хочу я с ним что-то драться. А засада! Да, пойдет. О, а здесь все не так уж и плохо. Можно сразу Капитолий построить. Интересное предложение. Интересное. Я думаю уже спускаться. А, там же был этот негодяй, который мне сейчас всю систему поломает. Ух ты, скотина. Нужно просто разведать карту. Это очень важно. Нужно еще грейдануть, короче, архангелов. То есть префектуру. Не, ну это реально какая-то наглая морда. Сейчас мы сделаем вот так и побежим сюда. Из замка, значит, выходит у нас молодой человек, забирает ангелов, бежит обратно. Все, тактика. А, ну как раз, кстати. Пополню заодно армию. Тебе могу такие подарки сделать. И наша подруга идет Тарсара, значит, убивать. 3-3-1. Ну, вообще не очень хочется.
О, всего доброго. Да почему лучников? И он еще и убежал. Ладно, вроде тут у нас все хорошо. Муниципалитет, нужен ли он нам? В принципе, да нет. Это так вроде по бабкам теперь все хорошо. Короче, они реально заколебали тут вылазить изо всех щелей. Ладно, тут пока посидим в этом замке, прогрейдим, будем дотекание делать для нашей армии. Пока ничего, вроде ничего полезного тут построить-то и нельзя, но бастион, если только. Он меня реально задрал. Нет, там уже серьезно такая армия. Плохо это. Ипподром. Ну, в принципе, ипподром можно построить, чтобы у нас копились ребятушки. Короче, все, я пошел драться. Он меня заколебал. Армия у меня нормальная? Нормальная. Да ёшкин ты кот. Вот как вот? Ты же у меня сейчас замок падет. Нет. Нет. Обидно. А, нет, смотри, испугался. Ну, сейчас и бегай за ним, блин. А, ну спасибо, что убил. Ты где, тварь? 12? Нет, не устраивает. Так, значит, молодые люди. Вы вот сюда вот у нас, значит, летите, убивайте вот этих. Сам себя же законтрил. Так, у меня же есть ускорение. Здорово. Так, все, пора собирать второе войско, а то что-то как-то заколебался я.
Так, пополнение, значит. Окей. Вот уже хорошо. И сиди дальше в замке, потому что от тебя толку пока нету. Хватит захватывать мои замки, эй! Ну ладно, короче, реально надо делать вторую армию. Тяжко без нее. Просто идти ломать лицо. У меня нету камня, лол. А как так? Очень плохо. Блин, там нормально, короче, он нанимает. Что я могу сказать? Ой-ой-ой-ой-ой. Окей, начинаем бой. Ой, что же я нажал? Ну ладно. Так, грифоном мы врезаемся вот в этих. Лучники, лучники. Ну да, армия, скажем так, не очень сильная, к сожалению. Почему у него армия разделена? Внимание, вопрос. Ускорение! Ах ты падла! Вот ты падла! Мы, походу, проигрываем эту игру. О, благословение, здорово. Как же тут все плохо. Блин, вообще не в том порядке я атакую, короче. Просто кошмар. Девять хп. 99, уже неплохо. Надо вот этих вот убить, такие, наконец-то.
троглодитов ускорило их. Молодец. Все, говори своим ребятам до свидания. Не очень удобный рельеф, мягко говоря. Блин, бедные мои ребятки. 37. Убежишь эту фигню. Ой, куда ж ты зашел? Ошибка. Походу у меня сейчас... Да почему ты не можешь отсюда выйти? Алло. Тридцать восемь урона. Почему я не могу воскресить? Сейчас 6 здоровья. Сорок три здоровья. Очень напряженная битва у нас. Ну такое. А, и все? Ну да. Армию спасти. Там есть архангелы, поэтому да. А что? Ну, коричневого мы убили. Это уже хорошо. Как они заколебали. У меня нету камня опять. Очень жаль. Какая-то серьезная армия ко мне идет. Как они заколебали? Враг бежал. Не хочу терять лучников. Хочу, чтобы они страдали, твари. Столько я из-за них потерял. Кстати, почему-то есть негрейдженный стек этих вот ребят. Не, ты же всегда ответку наносишь, алло. Вот. Вот это я понимаю. Книга магии земли. Дух уныния нам не нужен. Но если нашли...
Повышает все 4 навыка на 3 балла. Тут вообще идеально. Удачу на 1. Все. Надо добежать до замка основного, а дальше уже... Дальше уже все. У нас все грейженные юниты, кроме единственного вот этого. Все, я пошел драться, они заколебали. Ты заколебал, тварь. Как-то у нас тут никого нет. А вот здесь. Все, спокойной ночи. Итак, у нас есть 70 тысяч, между прочим. Это очень до хрена, время уже второй месяц пошел, это очень много. Я хочу кнопку купить все. Реально, очень надо, очень надо. Окей, пополняем запасы нашей армии основной. Иди вот сюда вот, пожалуйста. А, стой, наш чувак же. Чувачок. Ошибка. Ну, ладно. Ну, тут на всякий случай просто построим, мало ли пригодится. Носится на левой руке, получает защиту на 5 баллов. Не, ну тут очевидный артефакт, какой лучше. На тебе вот тут всякие бесполезные артефакты. Забирай. А я пошел. Пусти. К оранжевому другу. Говорят, тут в Инферно, наверное, армии пипец насобиралась. О, да. О, да. Ну, с такой армией можно и побегать, не стесняясь, так сказать, ничего. Ничего нету. Вроде бы так по маленьким кусочкам нормально собираешь. Толпа минотавров. Давайте попробуем получше подраться. За 4 коня только в натуре. Так, я хочу. Что я хочу? Так, а землетрясение это что? Чем 4 фрагмента стены в замка в бою?
Длительный щит. О! Хочу такую штуку. Ну тут слишком сильно она, мне кажется, для них. Я думал, она. Думал, она в нескольких, ну ладно. Зря только ману потратил. Все, наконец-то. Сейчас тебе будет габелла, друже. А чё я его увожу-то? Там надо собирать всю эту всех друзей. Да, и в этот замок зайдем, соберем. Добрый вечер. А, ну я понял, почему он выбегал тут постоянно, потому что у него тут рядом с замком выход. Ну, допустим. Да этих вообще не жалко, ребята, тут уж так. Ну и все. Какие потери? Слышал ни про какие потери. Ничего не знаю. Окей, значит, этих забираем. Вот этих можно забрать. Кого-нибудь еще построить, например, можно. Ну так, ради интереса. И бежим в замок в основной. Ой, ой, паника, паника, паника. Да тю. Да ладно. Оранжевый уничтожим. А, ну мы, собственно, всех соперников убили. Нам осталось только собрать эти грифоновские штуки, правильно? Да, здорово. Ой, мне лень там микрить. Лидерство или имущество? Действительно, что же выбрать? Ну вот мудрость тут более-менее полезная штука. Чё, бежим обратно в инферно? Закупаем тут армию. Во всех замках и идем гулять. Так, наконец нас больше никто не потревожит. Блин, реально хочу кнопку купить всех одним разом. Будет очень здорово и очень приятно.
пока побегаем, поизучаем, что тут у нас есть. Так, защита для один раз для каждого героя. Ну. Найс. Нет, с Церберами я боюсь. Хотя нет, справимся вроде, наверное. Должны справиться. Ну ты чё, и... Магии-то нету, что ли, и... Доброго. Всего доброго, ребят. Восемь, 135, 110. Ну и все. А, там 200 штук. А у него еще и магия не вкачана нормально. Ёшкин ты кот. Плохо. 50. 55. Всю ману у них сейчас солью, короче, прям. 1-3. Не, они меня убьют, грифонов, я что-то не хочу. Этих не жалко. Нормально. Магия воды или магия огня? Магия воды или магия огня? Равноценно на самом деле. Можно побегать, пособирать все эти ништяки, на самом деле, но лучше бы закончить игру уже. Да, у него маны нету, поэтому... Ну давай, владеем. Больше никогда не буду так делать. Так, ладно, пора выходить из сумрака нашей дамой и заканчивать эту игру. Ну вот лучший герой, да. Она прям лучший. Тут накопилось, конечно, нормально народу.
Все, я думаю, с такой армией можно идти и заканчивать эту игру. Можно пройти через замок, получить бонусные всякие плюхи. И не знаю, какие ворота брать. Там, в принципе, они все одинаковые, правильно я понимаю? Ну ок. Один грифон. Не, серьезно. Землетрясение я уже знаю. А, я понял. Каждый ворота охраняют. Я понял. Ок, хорошо, хорошо. Я, видимо, где-то пропустил палаточку, которая мне показывает. Сто семьдесят тысяч. Нормально. Рубим бабки лесом. Не хочу сюда лезть. Вообще никакого желания нет. И, соответственно, беги сюда. Я буду автобоем этим чуваком драться. Мне на самом деле не интересно, как тут армия себя поведет. Темница, темница, темница. Так, магия воздуха на самом деле хорошая тема. Лидерство я всегда успею докачать. Как ни крути. Так. Знание на 4, знание на 2. Ну, выбор очевиден. А, стоп, не туда, отсюда. Не знаю, зачем я это делаю, ну ладно, пусть будет. А те опять один грифон потеряли. Ничего страшного. С этими ребятами я справлюсь, интересно. Ну, нет. Не такими целями, средствами. А, стоп, следующий. Придется обходить ему. И все. Да ты иди лесом, хватит моих бесов убивать.
Всех бесов убила. Негодяй. Что нам это дадут? Эксперт зоркость. Все понятно, всего доброго. А, у нас здесь еще армия не куплена, точно, точно, точно. Так, 10-19 архидьяволы. Или просто дьяволы. Да, ну тогда неинтересно. Догнать нафиг не надо. Ну, продвинутые маги воды. Нет, ну этих ребят я точно не запинаю, как ни крути. Не, зачем так плохо-то драться? А у меня еще магия не докачанная. А-а-а! Какая боль! Надо вернуться докачать. Обязательно. О! Ангелы подъехали. Здравствуйте. Сфера небесного свода. Что она дает? Магическая сфера увеличивает разрушительную силу заклинания воздуха. На... Нормально. Этих качаем. Идем, присоединяемся к нашей мадам. Фу, красные драконы охраняют корону зубов дракона. Хм. Че они меня боятся? Найс. Жаль, еще жалко, что артефакты не прыгают вместе с тобой по... Дальше по сюжету. Было бы здорово, на самом деле. Так, а давайте поменяем местами армию. Я пойду мужичком драться. Уж очень мне нравится.
Окей. Итак, мы тут уже почти закончили. Это можно все на самом деле пропускать. Нанимать этих грифонов нету никакого смысла. Доспехи прокачаем. Так, ладно, пропускаем все эти ходы, они нам не нужны. Магия воды, мастер. У него магия земли, кстати, есть. Так. У него нет магии земли. Какая боль. Все, он мне разонравился. Ладно, собственно, добиваем нашего чувачка до конца. Я думаю, больше нам армию довозить нет смысла. Ну и тут, я так понимаю, последний проход. 300 тысяч, третий месяц, третья неделя, шестой день. А вот и сапожки. Эксперт магии огня. Ну что ж, неплохо. Ну что же, дорогие друзья, получается, что на сегодня это все. С вами был товарищ Санек. Увидимся в следующей серии. Да, долго что-то миссия получилась. Ужас.